Йозеф Блаттер официально объявил об уходе с поста президента Международной Федерации Футбольных Ассоциаций. 29 мая он был переизбран главой ФИФА, несмотря на коррупционный скандал. Но спустя всего 4 дня на пресс-конференции в Цюрихе заявил, что уходит в отставку. Хотя я получил от членов ФИФА новый мандат и вновь был избран президентом, этот мандат, кажется, поддерживается не всеми в мире футбола. Болельщиками, клубами, игроками, всеми теми, кто вдыхает жизнь в футбол, в той же мере, как и мы в ФИФА. Именно поэтому я созову внеочередной съезд и оставлю свой пост. Недавно по обвинению в коррупции были арестованы 7 членов руководства организации. По данным СМИ, ФБР ведет расследование и в отношении Блаттера. Между тем, в день своего переизбрания он демонстрировал спокойствие и уверенность. Если кто-то проводит расследование, то у них есть на это полное право, при условии, что все выполняется в корректной форме и в соответствии с международным правом. У меня это не вызывает никакого беспокойства, в особенности в том, что касается меня самого. «79-летний Йозеф Блаттер, гражданин Швейцарии, находился во главе ФИФА с 1998 года. Ожидается, что выборы нового президента организации состоятся в начале следующего года».